Да поет зяблик. Как в лесу. Вот смотрите, вот кокос. Аккуратно я его распилял. Ножовкой по металлу. Видите, аккуратненько. Теперь мы внутренность кокос уберем. Можно скушать, кто как хочет. И будет гнездо для птиц. Я в этом году сделал вот такие вот гнезда. Повесил внутри. Красиво. И птицам будет удобнее. Видите, внутри кокос вставил. Шкурки от кокоса. И потихоньку делаю. В вольере хорошо зяблик поет. Как в лесу. Вот смотрите, видите, аккуратно если вытаскивать. И кокос целый. Можно кушать. И эти аккуратненько от кокоса шкарлупки. Тоже все целые. И пойдут на гнезда. Красота. И для птиц, и для людей. На улице тюльпанчики цветут, красота. Видите, как удобненько. Они как раз подходят. Только кокос надо брать не сильно маленький. Желательно, чтобы он был круглый. А то есть вытянутые кокосы, в них неудобно. Видите, круглые. Так же будет и здесь. Аккуратненько вставляю. Все. Готово. Вот такие я гнезда сделал. Украсил их. Поставлю вольер. Уличный, с певчими птицами. Может, кто-нибудь захочет гнездиться, размножаться. Снизу кокос. Половинка кокоса. Сейчас поставлю, покажу вам в вольере. Вот я одно гнездо поставил. Там дальше еще поставлю два. Ветки поверху пустил. Это снизу. Тут у меня елочка растет. Немножко вскопал у них здесь. Пускай червячков ищет. У меня тут еще голубь сидит. Уже 8 лет у меня живет. Голубка. Олеся, да? Молодец. Молодец, Олеся. Конечно. Молодец. Ну, в общем, вот так вот. Сейчас дальше еще сделаю. Поставил я им три гнездовые домика. Водичка. Здесь у меня травка растет. Это я пшеницу голубки даю. А сверху у меня здесь, чтоб не достала голубка, ну, корм. В разнотравье, немножко канареечника, ну, всякие сорные травы. Я повыше подверх ставлю на крючочки. На крючки подверх.
чтобы голубка не залетала. Ну как-то так, друзья. Здесь у меня чижи, щеглы, зеленушки, зяблики, овсянка, реплы, юрок где-то сидит. Тут темновато, света нет у меня здесь. Это я немножко отдалил, чтобы вы видели. Длиной 4 с небольшим. 4,20 длина вольера. Ширина 1,20 или 1,30. Высота 2 метра. В ведре с елки сыпется осенью семена. Я их тоже птицам даю. Такие как зеленушки, зяблики, дубоносы. Очень любят их. Я на пол бросаю. Они там найдут.